Как известно, сериал «Дочь посла» после ухода исполнительницы главной роли Неслихана Тагюль перешел в другой формат с новой сюжетной линией. На роль новоявленного главного персонажа пригласили не менее именитую и талантливую актрису Тубу Бюйкистюн. Но и этот шаг продюсеров не возымел действия, и им приходится закрывать проект в 2021 году. Итак, дата финала «Дочери посла» уже назначена. Именно такая информация появилась в издании «СНОБ» со ссылкой на достоверные источники. Объявлен финал проекта на 52-й серии. Кстати, несколько ранее продюсерская компания, работающая над сериалом, уже сообщала о грядущем финале, но это было предварительное решение. На сегодняшний день уже все решено окончательно. По мнению продюсеров, предпосылками для скорого финала стали не столько снижающиеся рейтинги и расставание с Неслихана Тагюль, сколько исчерпавшая себя история, положенная в сюжет «Дочери посла». Большинство телезрителей, почитателей сериала, поддержали этот вынужденный шаг создателей проекта. Они согласились, что намерение искусственно затягивать сюжет лишено всякого смысла. Следите за событиями из жизни телезвезд Турции вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.